избирательный участок номер 180, город Севастополь, Нахимовский район, Нахимовское муниципальное объединение, ПГТ Любимовка, школа номер 27. Видите, да? Сейчас я хочу пройти по маршруту, как будет заходить голосовать завтра, 1 июля. Вот мы заходим в эту дверь. Здесь стоит, рамка стоит. Понятно, да? Вот. Подходим вот к этому столу. Здесь вам, пожалуйста, надо обрабатывать руки, там все, масочку и все такое, что вам необходимо. Идем дальше. Подходим, вот там девочки, видите, возле стола стоят, да? Там будет список находиться избирателей. И еще один стол будет. Вот здесь вот, значит, эти списки избирателей. Подходите, предъявляете свой паспорт. Они сверяются со списком. Выдают вам бюллетень, и вы движетесь вот сюда вот. В эту кабинке для голосования. Здесь вы проголосовали, поставили «да» или «нет», это на ваше усмотрение. И подходите к этим автоматам, один и второй. Они электронно подсчитывают каждый. Там написано, какой стороной ложить. Видите, написано внимательно. Вот. Лицевой стороной вниз, по одному. Как это ваше? Допустили, вот, посчитал, сказал все. И вот дальше сюда вот на выход. Вот он, выход сюда, видите, стрелочка на полу. Выход, и через ту дверь вот проходим на выход. Вот, могу немножко подсказать еще. Некоторые товарищи, принимающие участие в голосовании, возвращаемся немножко назад. Есть такая викторина. Вы уже знаете, что выиграли два автомобиля. Один в городе, другой у нас в Каче. Уже три. Уже три автомобиля, да? Три автомобиля. Один в городе, другой в Каче, а третий где? Тоже в городе. Тоже в городе, да? И два телефона где-то по Любимовке. Да, по Любимовке ходят где-то два смартфона, кто-то выиграл. Не сознаются, не хотят, чтобы мы их обмывали. Но это уже другой разговор. Вот. Так что подходите к этому молодому человеку и говорите, я хочу сегодня поиграть с вами в лотерею. Вдруг и оставить свое мнение. Да. И мнение свое оставить. О работе, о наших властях. Горизонт «Бибек Любимовка», знаете, что мы постоянно сотрудничаем с властями Нахимовского муниципального объединения. Городские власти призываем к ответственности за некоторые вопросы, которые они успевают решать. Вот все ваши недостатки, все ваши проблемы, все ваши пожелания можете отразить вот на этом, вот, на этом мнении. И на обратной стороне. Некоторым не хватает одного листочка, пишут на двух листочках пожелания свои. А это вот лотерейка, на которой можно сыграть, и вдруг вам повезет. Это не лотерейка, а викторина. Викторина, да. Викторина, да. Внимание. Не, ну потом ждут цифры, извините, в конце с другой стороны, да? Да. Которые участвуют, покажите с другой викторине. Стороны, да. Вот, видите, вот здесь вот это, да. Часть оторвали себе, а часть бросили туда. Вот. Видите, вот циферки, да? Вот, и потом они играть начинают. Можем показать. Да. Забрасываем в урночку. Вот, вот показывал еще, да. Бросили в урночку сюда. На все. Следующий день вы участвуете в розыгрыше. Да, вы что? Ой, так хочется чего-нибудь выиграть. Я надеюсь, кому-то повезет. Кому-то повезет, а кому-то нет. Ну, извините, на всех не хватает автомобилей.